Всем привет! Мы приехали из Гомеля сюда на сборы Пинск. Мы здесь находимся уже 20 дней. Через 10 дней уезжаем на соревнования в Брест. Там будет отбор на первенство Европы среди юношей до 18 лет. Мы занимаемся греблей уже около 2 лет. Нас тренирует Гомонов Олег Васильевич. Это тренер, который подготовил участников и призеров Олимпийских игр. В дальнейшем мы тоже хотим достичь мирового уровня. Всем желаю тоже пойти в спорт, не обязательно в греблю. Любой спорт хорош. Главное, чтобы было желание и усердие. Спорт закаляет характер, и вы становитесь сильнее и лучше. Ну вот, все. Ребята, да, пожелаю просто, ребята. Ну, ребят, желаю, чтобы занимались спортом, не курили, не пили. Спорт – это хорошо, здоровый образ жизни ведите. Ну, все такое. Когда занимаешься спортом, есть к чему стремиться. И со временем, когда при занятии спорта, можно обрести хорошую фигуру, о которой можно мечтать. Занимайтесь спортом. Спасибо. Ребята, с Гомеля огромное вам спасибо.